Рост инфляции привел к биткоинизации. Крупнейшая фьючерсная биржа в Аргентине, Mercado de Termino de Rosario, также известная как Rofex, рассматривает возможность добавить биткоин в свои операции. Высокая инфляция в Аргентине привела к увеличению спроса на биткоин-транзакции. Диего Фернандес, глава Rofex, заявил, что сейчас они еще изучают этот процесс, но уже к концу 2017 года среди валют биржи могут появиться биткоин и другие криптовалюты.